Главную роль в клипе сыграла вице-мисс мира и мисс Россия 2015 София Никитчук. Актерский талант красавицы оценил не только Воробьев, обычно снимающий в своих клипах только профессиональных актрис, но и продюсеры Netflix. В одном из проектов которого она скоро появится, сценарий клипа, который Воробьев, как всегда, написал сам, переносит зрителя в Голливуд 50-х годов. Съемки проходили недалеко от Лос-Анджелеса, на легендарной локации, где снимал сам Тарантино. Красотка, которую играет Никитчук, в ответ на признание в любви заявляет Воробьеву: «Давай будем просто дружить». С этого и начинается развитие ретро-блокбастера. «Мы никогда не будем друзьями» принимает вызов героя Алексея и начинает одно за другим срывать свидания красотки с потенциальными женихами, причем самыми невероятными способами. Клип снят в лучших традициях голливудских комедий и окунает в эпоху пинап-красоток и ретро-автомобилей. А главным козырем видео, как всегда, является искрометный юмор Алексея, который он мастерски передает зрителям как актер и режиссер. Алексей стал режиссером своего нового клипа. Кстати, англоязычная версия «Сумасшедший», «She is crazy but she is mine», была в ротации американского MTV, а видео на этот хит набрало рекордное количество просмотров на YouTube – 238 миллионов. Это сделало Воробьева самым просматриваемым артистом не только России, но и Восточной Европы. Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в ресторане. Напомним, что в клипах Воробьева на хиты «Сумасшедшая» и «Я тебя люблю» главную героиню играла звезда ТНТ актриса Полина Максимова, с которой Алексея связывали романтические отношения. Проскочила ли искра между Воробьевым и Никитчук, продолжились ли их отношения за пределами съемочной площадки, остается только догадываться. Однако, судя по инстаграм Софии, в последнее время она стала часто бывать в США. Фото, пресс-служба Class Post, 661 778 подписчиков.